Как скучно, а? Быть хорошим в этой игре не так уж и просто. Длиннющие очереди, неработающие окна, чудики, снимающие по 5 баксов. Какая-то движуха там вроде происходит. Кто, я? Вы чё, говна объелись? Я просто в очередь стоял. Беспредел какой-то. Ну да, запрыгнул на стол разок, и что такого? Вот девки, когда на стол бухие запрыгивают, так все только рады. А стоило мне запрыгнуть, и меня сразу же палками забили. Все, хватит с меня убегать, буду теперь в кустах отсиживаться. Ведь тут есть стелс. Ни черта не вижу, где эта курица. Ну-ка. Хе-хе, вроде мимо сейчас пробежит. Так как ты меня увидел, а? Ну вот опять. И вот так всегда. Ну не хочет эта игра, чтоб я был хорошим. Убирайся отсюда, наркоман! Да как скажешь, мужик, сейчас я быстренько здесь везде уберусь. И автоматные очереди, и дубинки ментов меня не остановят. Здесь чисто. Вау, ну-ка иди сюда. Все, успокойся, поздняк уже, я все вынес. Да ты, холоп, никак не умеешься. Ну-ка побрей ему задницу. Ой, похоже, мы что-то с ним перестарались. Чего теперь с ним делать будем? Ты, кстати, не желаешь, пока он тепленький, нет? Эй, там, на улице, забирайте это говно. Все, братан, я решил нашу проблему. Так, кто здесь местный работодатель-то? Кредит, урод. Ну ничего, сейчас я долго тебе так сидеть осталось. Чего там бубнишь-то? Ладно, неважно, я здесь по другому вопросу. Значит, к вам присоединиться? Продолжай. Черт, там мисс Клип! Что это было? Шальная пуля, что ли, прилетела? Да не, парни серьезные, вряд ли под пулями станут стоять. Ставился. Чего? Слышь, братан, а ты это, прятаться не пробовал? Ладно, я нубяра, без броньки бегаю. Ставился. Ну ты же опытный сталкер. Ладно, короче, хватит болтать, нужно их выручать срочно. Так, вот он этот снайпер. А он точно снайпер? Что-то какой-то кривой, ну-ка давай проверим его мастерство. Что-то он вроде не очень, ну ладно, давай, даю тебе последний шанс. Такое ощущение, парень ни с кем не воюет, а просто на вышку повеселиться залез. Ну тогда мы тоже повеселимся, из чего бы его прикончить? Ну выбор очевиден, РПГ. Ну привет, Коломет. Что, уже успел загадить всю лужайку? Ладно, надо его погулять взять. Пусть где-нибудь в другом месте свои личинки пооткладывает. Иначе из-за его чернозема здесь скоро травки не видно будет. Офигеть, вот это кракены. Он даже меня превзошел. Я даже после новогодней ночи такие не выпускаю. Ну что, давай поиграем, а? Засранец жирный. Ну-ка давай, беги, растряси свое сало. Эй, жирдяй, ты что там застыл? А ну вперед. Посмотрите-ка, этот поросенок еще и бегать умеет. Вот молодец, а? Первое дело сделано. Теперь осталось подождать второго, правда? Короче, песик обсираться не хочет, поэтому я решил заставить обосраться кого-нибудь другого. Ведь когда собака гонится за обгадившимся человеком, этот своеобразный запах может вызвать у нее рефлекс отбросить калач. А сейчас будет тренировка бойцовских качеств моей собаки. Нужно выбрать противника посерьезнее, вот этот как раз годится. Давай апорт? Какой апорт? Фас, ебать! Понятно, теперь самому всю работу придется делать. Вот так, молодец, мальчик, отгрызи ему волосатые четки. Ладно, все, оставь это говно. Молодец, хороший песик, не всю еще силу прожрал. Ну все, ладно, давай, последний бросок и в будку. Ты что сделал, Думаешь, на большой тачке можешь по харям всем ездить? Нет, только не на моем районе. А ты еще кто такой, черт возьми? Доставщик пиццы? Я пиццу не заказывал. Вот гады, а? Задавили моего песика. Ой, братан, ты что, жив, что ли? Воскрес! Радость-то какая! Похоже, я был чутка неправ. А как этих-то воскрешать будем? Да черт с ними! Поехали кататься!
Ой, сосед, прости за забор. Выпиши мне счет и приколи на дверь, будет хоть задницу чем вытирать. Так. Ну вот кто так свинину готовит? Вы забыли ее посолить. Хорошо, вот так гораздо лучше. Теперь слегка призальем огонь, чтобы обдать мясо паром. А потом дальше продолжаем обливать тушу рассолом со всех сторон, для того, чтобы наш рассол равномерно распределился по всей поверхности мяса. И самое главное, его не жалеть. Ну вот и все, мой кулинарный урок окончен. Можете кушать. Никак не пойму, откуда воняет? От тебя, что ли? А ну иди помойся. Надо же, не утонуло. А ты как дышишь? Интересно, ведь вариант дышать через задницу здесь точно исключен. Давай тебе дырочку в темечке сделаю, будешь как дельфинчик дышать. Черт, не получилось, но по крайней мере вонь отбил. Привет, братан, че спишь? Ты не против, я у тебя ящичек тут залутаю? Чувак, успокойся, я миску с твоим хрючелом не возьму, потому что тут я воздухом питаюсь, ну иногда солнечной энергией. И вообще тут только одни зомби жрать хотят. Вот и все, опять победа. Какого дьявола? Откуда ты взялся, гребаный таракан? Давай, давай, всего лишь пара пуль. Вот чмо тупое, обломщик по жизни. Да не, ребят, можете не торопиться. У нас же полно времени, целых 8 секунд. Ну давай, давай, давай резче. Тут же напарники погибают. Хотя слушай, ведь сумку-то я уже на место принес. И если я сдохну, им это только на руку. Делить-то будут на троих. Но хорошо, что они настоящие друзья. Ты, ублюдок, мог бы и помочь. О, эй, где свет? Да будет свет, сказал монтер. Ну как, туфли не жмут? Юбка ляжки не стесняет? Круто, теперь скучно не будет. У меня теперь есть своя стюардесса. Волосатая, конечно, но это лучше грязных дикарей. Лечусь! Смотрите, куда стреляете. Эй, а прикрыть не судьба? Осторожно! Осторожно! О, спасибо, что предупредили, ребята. Кажется, тут лучше обойтись без стрельбы. Его убьет кто-нибудь или как? Молодцы, ребята, вы самая клевая тима. Этот чувак только что об мою шею своими четками терся. Привет, дружище. Спасибо за просмотр. Оставляй свой комментарий. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. И, конечно же, подписывайся на канал. Также поделись этим роликом с друзьями. Вдруг им тоже зайдет. А это были нарезочки по различным играм. А у микрофона, как всегда, Деду Ген. Поэтому всех благ тебе и хорошего настроения. Счастливо.